Я опять по дороге остановилась в каком-то парке. Просто мне нужно пойти быстренько ручки помыть, найти реструм. И вот я остановилась. Вот приближается, видимо, шторм, о котором предупреждали по радио только что. И я сейчас, вот как вода переливается, вся эта залив. Вот этот маленький парк, я остановилась здесь. Так, вот моя машинка любимая. И вот там вот, вот там с той стороны океан. Так, я сейчас пойду, пройдусь по этой красоте. Все-таки, если... вот на этой парковке надо платить самой. Но я платить не буду, потому что я буквально на секундочку вот денежку вставила. А, заплатила, и все. И билетик надо положить на видное место возле лобового стекла, чтобы было видно, что я за парковку заплатила. То есть люди сами себе все это платят. Никто у них не спрашивает ничего. Ай, как мне хочется быстренько пойти помыть ручки. Ой, какая красотулечка. И вон там Вольф. Вот туда сейчас я пойду мыть руки. Ой, какие секси написано. Название этой яхты секси. В честь меня, что ли? Назвали. Как все переливается. Тучи такие. Ай, сейчас что-то будет. Надо бегом бежать. Пока не это. Ой. Пока не начался ливень. Если добегу. О, не, ну так же надо. Надо же было вот так вот аж. Скорее. Так столько ехать. И не опозорись. Ой, товарищи. Эх, товарищи. Чтоб со мной это не случилось. Можно было туда, конечно, проехать. Но я посмотрела, думаю, ну ехать, конечно. Тут уже лучше это, опозориться, чем... Ну вот где вот такую красоту можно увидеть? Вот это корни. Вот это вот корни спускаются, корни растут с дерева, и они спускаются до земли, и потом они цепляются за землю и начинают расти вот такие вот совершенно невероятные. Ах, ой, скорее. Товарищи. Ой, товарищи. Эх, товарищи. Ах, ладно. Вот она, секси там стоит. Ой, скорее. Скорее покажите мне, где у вас этот реструм. Иначе это. Что-то будет. Ладно, бегу. Хорошо, очки черные на лице. Не видно, что глаза вылезают. Вот он мой любимый. Все, Олетик.